Приветствую. Я все-таки решила снять сегодня короткий мукбанг, потому что выпекаю куриную грудку с кабачком, картошкой, специями. И это все надолго. Вообще ничего там не ужарилось. В общем, готовить будем долго, упорно. Покажу уже завтра этот мукбанг. Я так-то хотела это показать. Я уже попробовала салат под шубой. Ой, как вам его поднять? Вообще кисти стали слабые такие, не могу. В общем, я рассказывала в предыдущем видео, это будет, что я сделала с яйцом. Я когда-то где-то пробовала или просто видела. В общем, я сейчас еще раз попробую, но сразу скажу, мне не зашло. То есть для меня это вот не сочетание. Ну, не сочетается для меня. Вот что вы мне говорите. Завтра буду делать мимозу. Вот уж это салат, так салат, настоящий салат, в который очень вкусно яйцо сочетается. Сейчас объясню, почему. В общем, основное, что мне не понравилось, в общем, смотрите. Селедка жирная. Майонез на перепелиных яйцах жирный. В общем, вот все, что с яйцом, я эту часть... не буду. Я буду как-то выбирать те места с краю, где нет его. Не мою. Вот бывает, что людям не заходит и не нравится. Вот мне это не подошло. Для меня это жирно. Это не моя еда. Свеколка, морковочка, картошечка без яйца. И дело, вот знаете, не в том, что сейчас скажу. Новый вкус. Я новый вкус очень люблю. Дело в том, что для меня жирно. Вот просто жирно. Это просто перебор. Я как-то пробовала салат. Там было свекла, сыр. Вот вкусно. Вот для меня это сочетается. А с яйцом нет. Это не мое. Я больше так делать не буду. В общем, мужу, если оно несказанно повезло, то, что с краю, я объем. Потому что уже передвинуть это невозможно. Все, всем приятного аппетита, здоровья. Всего доброго.